правда. Все, решили пару остановочек проехать до кафешки. Решили позавтракать в кафе. От Ани идет. Пару минут прошли пешком, потом остановка. И на трамвайчике. Red Line Metro. Тикеты онлайн можно покупать. Джавапура. Вау, ничего себе. Очень красивое местечко. Здесь туалеты. Thank you. Oh, the most one. Thank you. Here, thank you so much. Кстати, кафешка французская. Даже выпечка на американскую не похожа. Американская вообще не такая. Здесь такие свежие, как русская, я бы сказала, но даже лучше. Эклерчик взяли. Надо попробовать. Шоколадным кремом. Но тесто вот не американское вот вообще. Я не знаю, как объяснить, но... Такая вот остановка метро. Метро-трамвай. Позавтракали мы. Вот осталось to go. Очень вкусно было французская кафешка. Там французы работают. Я заметила, с акцентом говорят. Сейчас уже вечер.
после 6 часов. Кстати, время перевели, поэтому еще светло. Получается, да, уже 7 часов, а светло. Приехали в такой район. Посмотрим, отели здесь дорогостоящие. Посмотрим, как люди живут. Как раз-то супер. Мы приехали в отель. Называется Stella's. Это один или здесь целый комплекс? Один отель. И в нем есть магазинчики, кафешки, рестораны, бары. Вот въезд, парковки. Вон люди. Это ресторан. Stella's Wine Bar. Я ж не знаю, где машины крутые какие. Бочки. Вон оранжевая. Бочки стоит. Вина. Это вот французское кафе. Patisserie, это, наверное, кафе называется. Patisserie. Что-то такое разноцветное. Машины. Что за стиль? Rolls-Royce Motor. Какой-то интересный стайл. Excuse me. Я икаю. Год назад здесь стояли Мерседесы. Сейчас Rolls-Royce. А вот цвета меняются. Стены. Что-то не меняется. Вовнутрь. Thank you. И картин. Как ты всегда снимаешь, и не заметно, что ты снимаешь. Почему? Почему? Может, заметно. А люстра какая? Вот это на той стороне. Непонятно. Люстра. Thank you.
Видела, написано дресс-код для отеля. Для отеля и ресторана. Ну, нормально. Ну да, ничего нам не сказали. Мы дальше идем. Нам обратно вообще надо, ты здесь снимись. Более-менее в дресс-коде. Кем же надо быть, чтобы картины мои вот так вот выставить? Обычные.